Я рада приветствовать вас на нашей третьей выставке Christmas Emotions. Шоу в этом году, действительно шоу, грандиозное, большое. Christmas Emotions – это шоу-выставка, цель которой – продемонстрировать новые, современные, интересные тенденции того, как можно декорировать и украшать Новый год. Мы сейчас находимся в зале, который называется «Дворцовая роскошь». Здесь представлены большие представительские инсталляции, парадные елки. Вот сейчас мимо идем трех орешек для Золушка. Видите, все как должно быть – лес, седло, фата. В этом году у нас 9 залов, и поэтому нашу выставку и все наши инсталляции поделили тематически по залам. Мы в гостях у Мюнхгаузена. Мюнхгаузен у нас философ, фантазер. Здесь свитки с его какими-то изречениями знаменитыми. Можно снять треуголку, ее померить и в ней фотографироваться. И мы думаем, что Мюнхгаузена порадовала бы такая вот зеленая, немножко лесная елка. Фрески – это шары работы наших дизайнеров. Мы их помешали с покупными игрушками и назвали эту инсталляцию «Фрески». Мы считаем, что каждый Новый год нужно встречать по-новому, в новом интерьере, с новыми игрушками. И вот здесь мы показываем 52 концепта того, как можно украсить новогоднее пространство. Например, в этом году у нас много географических концептов. Концепт Махараджа, он раскрывает идею индийской Нового года. Сафари рассказывает о том, как Новый год можно было бы встретить в Африке. Вот сейчас уже мы думаем, что, наверное, на следующий Новый год нужно будет сделать какой-то концепт, посвященный Латинской Америке. В этом году у нас есть японский концепт, называется «Снежная страна». Кроме этого, есть литературная тема, да, например, вот здесь есть концепт «Бар Эрнест Хемингуэй». Внизу у нас есть концепт «Синяя птица» по Метерлинку. Парфюмер, да, ну, на самом деле мы не отталкивались от Дзюскинса, идеи парфюмера, но идея ароматов, идея парфюмерии, вот, тоже нас подвезла тому, чтобы в Новый год добавить еще вот это. Наши клиенты – это еще бизнес-пространство, да, поэтому некоторые концепты, особенно contemporary, современные концепты, они, цель наша – предложить что-то интересное, что, например, какие-то бизнес-компании захотят у себя инсталлировать. Это можно инсталлировать в магазине, это можно сделать витрину новогоднюю. Гостиницы могут оформлять в таком стиле свое фойе, например. Бизнес-центры тоже могут в лобби какой-то инсталлировать. Поэтому мы предлагаем вот такие интересные инсталляции для бизнеса. Эмоции просто волшебные, поскольку каждая концепция, она настолько отличается от другой и просто поражает креативность людей, которые создавали эти концепции. Здесь, в принципе, забываешь, что на улице прохладно и сыро, и мерзко. Здесь тепло и по-домашнему, поэтому и захочется чего-то нового сделать дома. Придумайте себе Новый год. Стильный, с историей, вдохновитесь какой-то идеей. Не делайте просто так, как все, что есть дома, вешаем на елку. Пусть это будет 3 шарика или 4, но они будут стильные, подходящие друг к другу, обязательно дарящие вам какую-то эмоцию. У нас работает кинотеатр, там идут в режиме нон-стоп мультики, и вечером будем смотреть кино, разное, черно-белое, не черно-белое. В режиме практически нон-стоп мастер-классы различные, декораторские, кулинарные, перформансы, балет. У нас будет много разных выступлений, Даша Малахова прочитает лекцию о съедобных цветах. Тут у нас с нашими партнерами рождаются идеи похода, нам нужно вот это, будем рассказать вот это. То есть мы все используем эту площадку для общения, для создания каких-то новых идей. И я думаю, что следите за программой Facebook на нашем сайте, мы все будем писать и всем хвастаться. Выставка проходит в Музее духовных сокровищ Украины, Десятинная, 12, под Андреевской церковью. Потрясающий музей, потрясающая атмосфера. У нас работает шикарная терраса, там можно попробовать жареные каштаны, зефир. Даша Малахова своей картата-патата всех кормит тыквенным супом с имбирем.
Выставка проходит с 7 по 12 ноября с 11 до 20. Вход у нас платный. В будние дни 60 гривен для взрослых, 30 для детей. Выходные 80 и 40 соответственно. Хотів би порекомендувати всім глядачам приходити на виставку, наповнитись емоціями, зачерпнути для себе щось та цікаво провести різдвяні свята. Всегда нужно приводить детей, чтобы они знали, чтобы они чувствовали праздник.